Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Сейчас хочу несколько слов сказать про замечательный корнеплод дайкон. Прошлый сезон тоже, конечно, выращивал эту культуру, но, к сожалению, место оказалось не очень хорошее под дайкон. Он, конечно, вырос, но земля была очень тяжелая. И несмотря на все мои ухищрения, хотя я знал, конечно, что дайкон надо выкапывать очень аккуратно, предварительно увлажняю почву, чтобы корнеплоды не поломались, а вырастают они очень большие, огородники это знают, все-таки один корнеплод, наиболее крупный дайкона, сломался. Ничего не вышло у меня по извлечению его целеньким. Это, конечно, очень жаль, поскольку это, по-моему, самый большой корнеплод дайкона за всю историю выращивания. Вот так уж совпало. Ну, делать нечего, все равно решил его завесить. Это сорт дайкона «Дракон», очень хороший сорт. И вот такой вот вымахал корнеплод. Видно, что довольно большой кусок его отломился, но даже в таком виде этот корнеплод очень увесистый, и сразу ясно, что он идет на рекорд. В конце концов, так и оказалось. Этот дайкон оказался весом в 3 килограмма 200 граммов. Это очень хороший результат. И повторю, что корнеплод частично поврежден, то есть кусочек остался в грунте. Не стал я его выкапывать, поскольку это было очень глубоко. Вот такие вырастают корнеплоды дайкона. Ну а помимо прочего, должен заметить, что вкус у дайкона очень хороший. Для чего все это говорю, что сейчас грядет новый огородный сезон, и хочу посоветовать огородникам, кто не пробовал, попробовать вырастить этот очень интересный, очень вкусный, очень полезный корнеплод. Дайкон. Делать это довольно просто, об этом рассказываю отдельно. Так что выращивайте дайкон, кушайте его с удовольствием и будьте здоровы. Всем всего самого доброго. До свидания.